Ну что, дорогие друзья, мы находимся в Пенсильвании, недалеко от того места, где я живу. И сейчас по рации поступило сообщение, что очень-очень-очень широкий и большой груз идет через город. Сейчас вы видите его на ваших экранах. И я не рискнул туда ехать дальше, потому что мне там будет достаточно тяжело уйти в сторону. Поэтому попросили по рации, увидели меня издалека и попросили прижаться чуть в сторону. Сейчас мы будем наблюдать с вами этот огромный груз, причем, если я не ошибаюсь, если меня не подводит зрение, то его везет тоже коронада. Вот, сейчас мы будем наблюдать, что здесь происходит. Вот машина сопровождения, куда он будет ехать, я еще точно не знаю, но, конечно, это все весело. Это все очень весело, особенно весело тому водителю, наверное. Ну, придется потерять огромное количество времени, конечно. Продолжаем наш видеорепортаж. Сейчас мы его заснимем. Как он здесь проходит, я ему оставил достаточно места. Да, это женщина вообще-то. Это что я говорил, кто-то другой. Да, нифига себе. Просто вау. Обалдеть. Какая тяжесть. Офигеть, просто офигеть. Ну, как бы груз легкий, но очень объемный. Супер. Сзади три моста, три оси. Поворотная эта система. Посмотрите. Очень крутой груз. Прям очень крутой.